Все видео данного мастер-класса вы можете найти в одном плейлисте по ссылке в описании к этому видео. 19 ряд. Соединительными петлями пробираемся, как обычно, в крайний столбик. Одна воздушная петля подъема и выполняем попкорн из 4 столбиков рельефных лицевых. Три столбика с одним накидом в следующую арку. Пять воздушных. И три столбика сюда же, в эту же арку. Попкорн вокруг следующего столбика. Затем у нас три воздушные. Накид. И вот у нас здесь два столбика было. Вокруг первого выполняем прибавку. Раз. И второй столбик вокруг него же. Вот так. Затем вокруг следующего столбика выполняем один столбик. Теперь две воздушные петли. Накид. И вот в эту арку двух воздушных петель, сразу между столбиками, которые у нас была, в нее выполняем столбик с одним накидом. Опять 2 воздушные, накид, и в зеркальном отображении вокруг следующего столбика выполняем один столбик, а вокруг следующего 2. То есть вот что у нас в этом месте. Затем у нас 3 воздушные. Накид. И вокруг следующей убавки и следующего столбика выполняем убавку. Незавершенный вокруг убавки. Незавершенный столбик вокруг следующего столбика. У нас 3 петли провязываем вместе. Накид. Вокруг следующего столбика выполняем 1 столбик. И вокруг следующего столбика выполняем прибавку. Вот так. Затем у нас 3 воздушные. Раз, два, три. Накид. Вокруг следующей убавки и следующего столбика выполняем убавку. 3 петли вместе. Раз, два, три столбика провязываем по одному. Вокруг следующего столбика выполняем прибавку. Здесь у нас 2 воздушные и выполняем наш ананас. В арку между столбиками без накида, столбик без накида, в следующую 2 воздушные, в следующий столбик без накида, опять 2 воздушные, столбик без накида. То есть у нас тут уже осталось 2 арки по 2 воздушные петли вот в самом ананасе, кроме крайних. Опять 2 воздушные. И вокруг следующего столбика рельефного лицевого выполняем прибавку. 2 рельефных лицевых столбика с одним накидом вокруг одного. Затем у нас 1, 2, 3 столбика. 1, 2 и 3 столбик. Накид. 1, 2 у нас здесь идет убавка вокруг столбика и вокруг следующей убавки.
петли провязываем вместе. Затем у нас 3 воздушные, 1, 2, 3, накид. Вокруг следующего столбика выполняем прибавку. Первый столбик. И второй. Накид. Здесь у нас идет 1 столбик. Рельефный лицевой. И вокруг следующего столбика и следующей убавки выполняем убавку. Три петли вместе. Затем у нас 3 воздушные, накид. Вокруг первого столбика выполняем прибавку, то есть вяжем 2 столбика. Вокруг следующего столбика вяжем 1 столбик, 2 воздушные, столбик с одним накидом сразу же в следующую арку 2 воздушных петель, 2 воздушные, вокруг следующего столбика выполняем 1 столбик рельефный лицевой. И вокруг следующего выполняем прибавку. 2 столбика. Затем у нас 3 воздушные. И раппорт уже повторяется. Вокруг крайнего столбика здесь провязываем попкорн из 4 рельефных лицевых столбиков. Далее 3 столбика, 5 петель в арку, то есть вяжем наш угол. А здесь вот у нас что получается. Все, продолжаем вязать ряд таким образом до конца. 20 ряд. Соединительными петлями пробираемся к крайнему столбику. Одна воздушная петля подъема, попкорн из 4 рельефных лицевых столбиков с одним накидом. Вокруг этого же столбика. Три столбика с одним накидом в следующую арку. Пять воздушных. Три столбика с одним накидом в эту же арку. Попкорн из 4 рельефных столбиков с одним накидом вокруг следующего столбика. Три воздушные петли, накид, и вот у нас здесь перед нами было 3 столбика, мы вокруг первого выполняем прибавку. 2 столбика рельефных лицевых с одним накидом вокруг этого первого столбика. Затем 1, 2, просто по одному рельефному лицевому вокруг следующих 2. Вот так, у нас теперь здесь 4 столбика. 2 воздушные. Вокруг следующего столбика выполняем 2 рельефных лицевых столбика. Две воздушные. И в зеркальном отображении 1, 2, просто по одному рельефному лицевому. И вокруг крайнего выполняем прибавку. 2 столбика. Затем 3 воздушные. Выполняем убавку вокруг следующей убавки и следующего столбика.
один столбик рельефной лицевой вокруг следующего. И вокруг крайнего выполняем прибавку. Два столбика. Три воздушные. Убавка вокруг следующей убавки и вокруг следующего столбика. Раз, два, три столбика по одному. Вокруг крайнего столбика выполняем прибавку. Выполняем два столбика рельефных лицевых. В этом месте у нас все так же две воздушные. В арку между столбиками без накида выполняем столбик без накида. Две воздушные. Столбик без накида в следующую арку. Две воздушные. То есть у нас здесь уже осталась вот одна арка в нашем вот этом ананасе. Так, я сделал 2 воздушные вокруг следующего рельефного столбика. Выполняем прибавку. Раз. И второй столбик. Затем раз, два, три столбика по одному. И вокруг следующего столбика и следующей убавки выполняем также убавку. 3 петли провязываем вместе. То есть вот что у нас здесь. Так, 3 воздушные. Накид. Вокруг следующего столбика выполняем прибавку. Первый и второй столбик. Вокруг следующего вяжем просто один столбик. Вокруг следующего и следующей убавки выполняем также убавку. Два незавершенных столбика рельефных лицевых, три петли провязываем вместе. Три воздушные. Вокруг следующего столбика вот из трех выполняем прибавку. Раз, два, просто по одному столбику в следующие. Две воздушные. И вокруг следующего столбика выполняем два рельефных лицевых. Две воздушные. Накид. Раз, два, просто по одному. И вокруг крайнего выполняем прибавку. Раз и второй столбик вокруг этого же столбика. Все, далее у нас уже 3 воздушные. Накид. И вокруг крайнего столбика, вот здесь в углу, мы как обычно выполняем попкорн из 4 рельефных столбиков. Все, далее 3 столбика, 5 петель, 3 столбика. Вот что у нас получается. Все, вяжем таким образом ряд до конца. Теперь приступаем к 21 ряду. Выполняем соединительную петлю в следующий столбик. 1 воздушная петля подъема. Рельефный лицевой столбик с одним накидом вокруг этого же столбика. То есть здесь мы уже начинаем вязать по-другому. Накид и вокруг следующего столбика. Также рельефный лицевой столбик с одним накидом. Накид и вокруг третьего столбика рельефный лицевой столбик с одним накидом. Вот так. Затем накид. И вот в эту арку из 5 воздушных петель выполняем 7 столбиков с одним накидом. Раз. Два. Три. Четыре.
5, 6, 7. Накид. И вот у нас 3 столбика перед нами. Вокруг каждого из этих 3 столбиков выполняем по одному рельефному лицевому столбику с одним накидом. То есть вот так у нас. Вокруг 3 столбиков по одному рельефному лицевому и в арку из 5 петель мы выполняем 7 столбиков с одним накидом. Затем в этом месте у нас 4 воздушные. 1, 2, 3, 4. И вот перед нами идут 4 столбика. Мы вокруг первого выполняем прибавку, то есть выполняем 2 столбика с одним накидом рельефные лицевые. Затем накид, 1, 2, 3 столбика по одному рельефному лицевому. Затем у нас 2 воздушные, накид, и вокруг следующего столбика выполняем 2 столбика рельефных лицевых. Опять 2 воздушные, вокруг следующего столбика также выполняем 2 рельефных лицевых. Две воздушные, накид, и вокруг 1, 2, 3 выполняем по одному столбику. 1, 2 и 3 столбик. Вокруг крайнего выполняем прибавку, то есть 2 столбика рельефных лицевых с одним накидом вокруг этого одного столбика. Вот что у нас здесь получается. Затем у нас 3 воздушные, 1, 2, 3. Вокруг следующей убавки и следующего столбика выполняем убавку, незавершенный, 3 петли провязываем вместе. Вокруг следующего столбика выполняем 1 столбик. И вокруг следующего столбика выполняем 2 столбика. Вот так. Затем у нас 3 воздушные. 1, 2, 3. Вокруг следующей убавки и следующего столбика также выполняем убавку. Незавершенный рельефный лицевой, вокруг следующего столбика незавершенный рельефный лицевой, 3 петли провязываем вместе. Затем у нас 1, 2, 3 столбика рельефных лицевых по одному, 1, 2, 3. Вокруг крайнего столбика выполняем прибавку. 1, и второй столбик вокруг одного. Затем у нас 2 воздушные петли, и здесь у нас арка, одна, которая у нас в центре, мы в нее выполняем столбик без накида, то есть вот так. 2 воздушные, и у нас уже в зеркальном отображении вокруг следующего рельефного столбика выполняем прибавку, то есть вяжем 2 столбика. Затем у нас 1, 2, 3 столбика по одному. Затем у нас столбик и убавка. Мы выполняем убавку. Незавершенный. 3 петли провязываем вместе. Затем 3 воздушные. Вокруг следующего столбика выполняем прибавку. Вокруг следующего столбика выполняем 1 столбик. Вокруг следующего столбика и следующей убавки выполняем убавку. 3 петли вместе. Затем у нас 3 воздушные. Вокруг следующего столбика выполняем прибавку.
первый столбик и второй. Вокруг раз, два, третьих, ой, трех следующих столбиков выполняем по одному столбику. Раз, два, три. Затем у нас две воздушные, накид. Вокруг следующего столбика провязываем два столбика рельефных лицевых с одним накидом. Две воздушные. Вокруг следующего столбика также провязываем два рельефных лицевых с одним накидом. Опять две воздушные. Накид. Вокруг раз, два, трех столбиков следующих выполняем по одному столбику. Вокруг крайнего столбика выполняем два столбика. Раз и два. Затем у нас 4 воздушные. Раз, два, три, 4. Накид. И вот у нас попкорн. После попкорна идет 3 столбика. Мы вокруг каждого столбика выполняем по одному столбику. Раз, два. Вокруг следующего. И третий. Рельефно-лицевой с одним накидом. В арку из 5 воздушных петель выполняем 7 столбиков с одним накидом. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И уже вот они идут, следующие наши 3 столбика. Вот у меня уже пряжа вся пушится. Я уже тут несколько раз распускал этот ряд. Смотрел, как лучше его провязать. Ну вот, надеюсь, вот так будет более симпатично. Так, провязали 7 столбиков в арку. И теперь вокруг каждого из следующих 3 столбиков провязываем по одному рельефному столбику. И далее у нас 4 воздушные петли, и здесь у нас прибавка, 3 столбика. Вот что у нас получается в этом ряду. Вот так. Все, вяжем таким образом ряд до конца. Поставьте этому видео лайк, если оно вам понравилось. Если есть какие-то вопросы или что-то непонятно, спрашивайте в комментариях. Обязательно подпишитесь на мой канал, если вдруг вы еще не подписаны. Ну и, конечно же, присоединяйтесь ко мне в Instagram. А с вами был я, Эд. До скорого.